Ну, я уж тогда смотрю фотографий много, я тогда взял и пару фотографий еще показываю со своей ученицей. Вот. Дело в том, что, знаете как, что я ей скажу, она сегодня поздравила, она теперь где-то руководит целым клубом в Красноярске. Но как бы она ни руководила, какие бы замечательные лекции ни читала, мне кажется, это ее потенциал в 1000 раз больше. Вот. Ей бы на телеканал «Усадьба», чтобы по-настоящему с удовольствием там завели. Там все старое, все тоже. Вот, к сожалению, только я устал критиковать. Вот. А вдруг приезжает телевидение, и я буквально сказал, это самое, давай, расскажи им. Она где-то, я не смотрел, наверное, час-два. Ее засняли, у меня есть целый фильм. Вот. Где там показывали в Красноярске, в Кемерово, где-то еще, не знаю, может, и не показали до сих пор. У них свои проблемы оказались. Сами-то они, телевизионщики-то молодцы, ребята. 40-градусную жару снимали. Вот. И как она умудрилась еще связанную речь произнести, потенциал огромный. Вот у этой девушки я про будущее, как бы я сказать-то, не просто модель, а как бы садовая фея, настоящая, не как те, которые учили убивать, а настоящая фея. И когда это случится? А может так же. Аспирант, доцент, кандидат, доктор. Вот. И к концу жизни по садам не прибавится, если она не будет нас учить. Мне кажется, вырастить мы уже вырастим мы без нее, но рассказать, чтобы нас стало в 1000 раз больше на федеральном канале. Сегодня равных нету. Еще хорошо язык подвешен у Макарова Алексея Ивановича. Ну, вы знаете, что нужно на экране. Правильно? Внешность первое место. Вспомните, как эти феи. Прекрасная внешность. И под эту марку сколько вреда принесли. Вот. А здесь все не так. Ну, бодливой корове, все-таки будем надеяться на лучшее. Поэтому я взял, поговорил с ней по телефону, узнал, что она теперь клубом руководит садоводов Красноярска, и поздравляю ее. Вот. Но еще раз, это не тот уровень. Вот это капля в море. Вот, пожалуйста. Вот, пожалуйста. Я когда, допустим, смотрю на такую фотографию, мне спрашивают, а какой вкус абрикос? Вот. А этот термин я придумал давно. Слаще поцелуя. Вот тот, кто ее поцелует, может сравнить. Вот. Ну, мечтать не вредно. Так. Так. Ну, мы свои люди можем помечтать.